10 августа президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии отправки в море опорного блока месторождения «Карабах» на бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева. Как сообщает «Азертадж», президент государственной нефтяной компании Азербайджанской республики Равнак Абдуллаев и генеральный директор компании «Босс Шелф» Ихтияр Ахундов проинформировали президента Азербайджана Ильхама Алиева о проделанной работе. После ознакомления с опорным блоком президент Ильхам Алиев дал интервью азербайджанскому телевидению. Глава государства отметил, что сегодня дается старт морским работам на месторождении «Карабах». Цитата: «Это очень важный этап в разработке месторождения. Это гигантская установка, построена азербайджанскими специалистами в нашей стране и сегодня уже отправляется в море». Что же касается разработки месторождения «Карабах», то еще раз хочу сказать, что всегда была уверенность в том, что здесь имеется большой потенциал, есть большие запасы нефти и газа. Но, как я уже сказал, в 90-х годах были пробурены 3 скважины, иностранные партнеры уже заявили, что дальнейшие инвестиции будут неэффективными. Таким образом, месторождение «Карабах» было покинуто. На самом деле мы ничего не потеряли, так как в тот разведочный период Азербайджан не взял на себя никаких финансовых обязательств. Напротив, даже неудачный результат – это тоже результат. Он дал нам дополнительные геологические данные. Сегодня Азербайджан возвращается на покинутое в свое время, в 90-х годах, месторождение «Карабах». И этот гигантский опорный блок является наглядным доказательством этого. В то же время, в начале 90-х годов, тогдашнее руководство Азербайджана, тандем НФА Мусават, позволило оккупировать наши земли. То есть в результате их измены, предательства, дезертирства наши земли оказались под оккупацией. Азербайджан, если можно провести такую аналогию, покинул Карабах. В 2016 году мы вернули часть наших земель, прогнали оккупантов с этих земель. На эти территории вернулась жизнь, вернулись граждане, вернулся Азербайджан. Уверен, что Азербайджан вернется на родные земли, на Карабахскую землю. Наша территориальная целостность будет полностью восстановлена. Как сегодня мы возвращаемся на покинутое в свое время месторождение Карабах, точно так же мы вернемся на родную Карабахскую землю. Карабах наш, Карабах – это Азербайджан, подчеркнул президент Ильхам Алиев. Карабах – Азербайджан. Сау. Сау.